Мы друзья на главной площади Миколаев. Сейчас посмотрим, как здесь все выглядит. По сути дела, это все немецкие дома, только хорошо отреставрированы. Вот их не тоже фонтанчик. Тут все дома. Во время войны, по сути, даже не пострадали. Я хотела вам как бы настоящую у них там рыбу селявую эту показать. Но, по сути дела, она на реставрации. Ну, тоже вот фонтанчик. Ну, так везде. Бургеры. Жизнь кипит, народу много. О, о, молодежь. Вот он, король селяв. Друзья, продолжаем путешествие по Миколайкам. Вот сейчас мы подходим. Вот все яхты, которые мы уже с вами видели, здесь еще причал. Вот, подходят теплоходы. Это огромное путешествие на 2-3 часа. Вот мы сейчас к одному подходим. Видите, все выставляется здесь. Вот на заднем плане вот Гримбиевский, крыша знаменитая. Вот. Людей очень много. Теплоходы отходят один за одним. Вот видите, городок-то 4000 основное население. Вот. Ну, продолжаем свой путь дальше. Смотрим. Вот такие оригинальные. Видите, вазончики у них по всему тут городу. Вот тут пешеходный мост. Лебедей что-то не вижу. Раньше было столько лебедей, может, в другом месте они. Вот автомобильный мост. Здесь везде костелы, куда ни кинь. Вот видите, какие шикарные яхты. Везде стоят, куда ни кинь. Глаз. Друзья, видите, какие яхты. Я вот еще хочу сказать, вот везде, вот видите, все эти дома, особняки, гостишки всякие, это все еще немецкое. Вот только хорошо отреставрировано, отремонтировано, и все они, по сути дела, на берегу находятся. Город, кстати, в хорошем состоянии очень. На заднем плане он пятизвездочный отель Миколайки. А вот у них свой причал личный. И вы можете даже взять номер, который выходит прямо к вашей яхте. Да, достался, конечно, Польше. Места очень красивые. Они вы эти места и берегут. Приятно прогуливаться. Мы специально утром раненько пошли, чтобы пока поменьше народу было. Да не так жарко. Нам, кстати, с погодой очень повезло. Очень красиво. Так что, друзья, еще раз хочу сказать, приезжайте в Миколаевки. Прибалтийская дача плохого не посоветует. Ну что, до новых встреч. Нас ждет еще аквапарк Тропикана, он так называется в Гримбиевском. Так что ставьте лайк, если вам понравилось. Вот она, Польша какая.
Друзья, ну все, вот понимаете, конечно, очень красиво. Но все досталось тоже в наследство от Пруссии. Ну, молодцы, что сохранили. Городок 3800. Знаешь, красота. Да, ребята, стоит тут отдыхать. Так думаю. Приезжайте, если будет возможность. Прибалтийская дача, друзья, с вами. Вот мы возвращаемся. Дорога домой. В Калининград. Заехали мы обедать. Тут ходит карточка на каждом углу. Но пока родители, это дети, видите, как везде озер, правильно. Недаром здесь называется тысяча озер. Дети здесь развлекаются. Здесь вот везде красиво. Сейчас вот корчму покажу. Везде у них озера, пруды. Одно удовольствие сесть. Сейчас мы тоже пообедаем. Не знаю, насколько. Ну, вот, к примеру, пиво туски у них 0,5. 7 злотых в ресторане. Видите, все как красиво. Видите, на солнечных батарейках. Это вот тоже все немецкое. Все. Вот едешь просто. Вот тоже рыбы плавают. Сюда устраиваются. Здесь как еще как гостиница. Путь домой тоже шикарный. Одно удовольствие. Друзья, вот нам принесли порции. Сами видите, какие. Муж уже, конечно, уже суп. Жорик съел. Жорик. Вот. Эта порция стоит 25 злотых. То есть наесться на отвал.
Так что вот так. По дороге в домой перекусили. Сытые и счастливые едем в Калининград.